Всем привет! Сегодня красим яйца к Пасхе натуральными красителями. Для этого нам понадобится луковая шелуха, куркума, каркаде, уксус и также яйца. Перед тем, как мы приступим, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Яйца заранее промыли и очистили от штампа. Кладем сначала яйца в луковую шелуху. Сверху прикрываю луковой шелухой. Заливаем луковую шелуху водой и ставим на газ. Вода должна покрыть яйца. Поставили на средний огонь и после закипания ждем 15 минут. Заливаем воду в куркуму и размешиваем. Теперь кладем яйца. Яйца должны лежать так, чтобы вода их полностью покрывала. Ставим на средний огонь и ждем после закипания 10 минут. Прошло 10 минут, выключаем куркуму. И ждем, пусть настаивается. С луковой шелухой уже готовы. Вынимаем 3 яйца, а остальные оставляем настаиваться для насыщенности цвета. Промакиваем салфеткой. Самое главное, не вытираем, а то краска свезется. Перекладываем на нашу красивую тарелку. Первые яйца с натуральным красителем готовы. Добавляем воду в миску с каркаде. Перемешиваем. Кладем яйца так, чтобы вода полностью их покрывала. Теперь ставим на средний огонь и ждем 10-15 минут после закипания. Поставили на средний огонь и ждем 10-15 минут после закипания. Прошло 15 минут после закипания. Вынимаем 3 яйца, а остальные оставляем настаиваться. Готовы еще 3 яйца. Перекладываем в нашу тарелку. На нашей тарелке уже 6 яиц, крашенных натуральными красителями. Вливаем 2 столовые ложки уксуса в каркаде и в куркуму. Это мы сделали для изменения цвета. Прошло 2 часа. Вынимаем яйца из луковой шелухи.
Обмакиваем яйца салфеткой. Обязательно обмакиваем, чтобы не снять краску. Вынимаем яйца с куркумы. Яйца получились светло-желтого цвета. Прошло 2 часа, вынимаем яйца из крокоде. Получились они такого темно-серого цвета. Берем яйца, покрашенные куркумой, и кладем в раствор крокоде. Прошло 5 минут, вынимаем 2 яйца из крокоде. Цвет получился травянистый. Прошло 15 минут, вынимаем яйцо из крокоде. Цвет получился темно-травянистый. Переносим наше яйцо в общую тарелку. Сейчас мы обмажем яйца растительным маслом, чтобы светились. Смазываем яйца растительным маслом. Смазали яйца растительным маслом. Вот такие у нас получились красивые яйца. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять комментарий.